раскатаются. То есть они тогда были юные и какие-то полны ожиданий и надежд, да? А сейчас они уже такие опытные, вкатанные. Они знают, что будет, они знают, уже знают, что было, понимаете? Тогда они знали, что такое будет, думали. А сейчас они уже знают, у них есть прошлое. Мне так подумалось, что, может быть, годик бы и надо было пропустить, чтобы свежесть вот эту не терять, восстановить ее. Вот видите, Юнаким пропустила почти два сезона. Костнер полсезончика отдохнула, а они не дают себе поблажек. Юнаким-то одна, ей форму легко сохранять. Здесь все-таки двое партнеров, один кто-то может оторваться, форму, оторваться по полной, да. Вот еще один индивидуум, который не подражаем вообще. Смотрите, и Ламбьер здесь, и много компонентов, которые похожи на всех, да? Но он не похож ни на кого. Дайски Такахаси и танго Примавера Астропицова. Сколько раз мы говорили, насколько сложно катать одному танго, да, чтобы поверили в то, что это танго. Просто пародия. Вот ему это удается. Вот так, тройной, просто проходящий. Прожекторы, не прожекторы, софиты, не софиты. Прыгает тройной человек. Ничто ему не мешает. Художественный, художник, красочный, краски, включается картина на льду. Вы знаете, у нас в сегодняшнем гала-концерте очень много так называемых приглашенных звезд, которые по месту на чемпионате мира не должны были здесь кататься. Выступления, да, да. Приглашенные. Но талант, как... талант и популярность настолько велики, да. Чемпион мира как не пригласить? Да, конечно. Чемпион мира 2010 года. Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере.